Итак, приветствую тебя, дорогой друг или подруга, в этом новом видео. И сегодня такой небольшой лайф-хак хочу рассказать, где я покупаю свой парфюм, оригинальный парфюм, 100% оригинальный парфюм по очень выгодной цене. До 75%, а иногда даже больше, можно сэкономить, и я не шучу. Сейчас я покажу, как и ты, и где ты можешь купить парфюм. Очень хорошо, кстати, если тебе вдруг нужен подарок какой-нибудь, парфюм или гудшайн на парфюм, всегда очень прикольно и классно. Так вот, сайт проверенный, я только там покупаю в основном парфюм, то есть я хожу, допустим, в парфюмерию в городе где-то, да, и нюхаю там какие-то парфюмы, запахи, и потом просто заказываю в интернете, но я думаю, не один я так делаю. Вот. И сейчас я тебе покажу сайт, где реально оригинальный парфюм можно заказать по очень-очень выгодной цене. Ссылочку ты найдешь, кстати, в описании под этим видео. Итак, сайт называется parfumdreams.de. Опять-таки, ссылочка в описании под этим видео. Давай наберем. Ой, у меня русскими печатает. Итак, вот так выглядит стартовая страница этого сайта. Очень много всякой разной косметики, и у них есть сейл. И для новых клиентов, кстати, для новых клиентов, если ты регистрируешься, допустим, у них в newsletter, сейчас я найду где-то, то они тебе дарят гудшайн. Или уже не дарят. Не вижу. Раньше дарили, по крайней мере, гудшайн. В общем, суть не в этом, суть в другом. Итак, вот сайт parfumdreams.de. Вот здесь мы сейчас с тобой прямо и закажем парфюм. То есть я закажу себе парфюм, а ты посмотришь, как его можно очень выгодно и дешево здесь купить. Это оригинальные, еще раз подчеркиваю, это оригинальные стопроцентные парфюмы, косметика и так далее и тому подобное. Способ, который я сейчас применю, ты можешь применять также во всех остальных онлайн-магазинах, где ты покупаешь. Итак, первым делом, что нам нужно, это нам нужно найти гудшайн на вот этот Parfum Dreams сайт, Parfum Dreams онлайн-шоп. Для этого мы открываем новую страничку Google и набираем Parfum Dreams гудшайн. И дальше смотрим, что у нас выходит. Вот, например, известный портал mydeals.de, да, и вот показывает 15% рабат на этот онлайн-шоп есть. Давай посмотрим. О, тут даже 20% вот стоит, видишь? И даже на уцененные артикли. Вот теперь смотри, прикол. Допустим, давай с тобой откроем сейл. То есть это уцененные товары. И вот смотри, да, например, пака Рабаны 1 миллион. Сейчас стоит 100 миллилитров 53,95. Если мы отнимем еще 20%, это будет 43 евро. 43 евро, и оригинальная цена у него 87 евро. Это почти на 50% дешевле. 50% дешевле. И вот так, если, допустим, твой любимый парфюм или твоя любимая косметика находится в Ангиботе, да, в сейле, Aqua DG, вот, например, да, находится в сейле, и ты плюс к этому еще возьмешь и используешь гудшайн,
то очень велика вероятность того, что ты сможешь купить парфюм со скидкой до 70%, 70-75%, а может быть даже и больше. Вот смотри, у них здесь уже оценки, видишь, 37, 32%, плюс 20%, 52%, почти в полцены ты можешь купить оригинальный парфюм. Итак, давай, погнали. В общем, у нас есть вот Гудшайн 20%. Давай посмотрим, может быть, еще что-то тут есть. О, вот еще есть 25%. Отлично. Прикольно. Вот нажал я там на этот Гудшайн 25% рабат. Вот он код. Мы его просто копируем. Нажимаем на код вот этот. Скопировать. И теперь идем в Parfum Dreams магазин. Итак, мне нужен парфюм. Давай посмотрим. Мне нужен мужской парфюм. О, вот он, кстати. Dior. Sauvage. Мне нравится. Прикольный. Возьмем 60 миллилитров. Ван Карп. И мой парфюм, который я просто тоже обожаю, это... Так, тут по маркам, наверное, долго будет искать. Это от Шанеля. Да, просто наберем Шанель. От Шанеля Allure Home Sport. Allure Home Sport, вот он. Очень вкусный запах, сводит с ума многих девочек, женщин и так далее. Не раз меня спрашивали, что это за парфюм такой, где надыбал, как просто нравится людям запах, мне тоже. Вот, так что рекомендую для мужчин, кто хочет скружить голову девочке, подруге, женщине, жене и так далее и тому подобное. Шанель Рурхом. И его забросим в Варен Корп. Окей. Теперь нажимаю на Циркас Again. И вот у меня сейчас в моем Варен Корбе на Parfum Dreams находится два парфюма. Общая стоимость которых на данный момент составляет 112,90. Теперь, если ты помнишь, я брал вот этот Гудшайн. Я его копирую. Нажимаю, ввожу сюда. О, der Gutschein код ist abgelaufen. Окей. Тогда давай попробуем вот этот Гудшайн код. 20% скидка. Отлично. Итак, ты видишь, у меня вычислилось 22,58 евро. И в итоге гезамтбетраг за парфюм составляет 90 евро и 32 цента. И вот таким образом ты можешь делать заммельбестеллинги, ты можешь заказывать несколько продуктов одновременно, и, соответственно, будет еще дешевле. Да. И теперь нажимаем просто Circus Again. У меня есть уже конта здесь, поэтому я сейчас айнлогиваюсь. Если у тебя нет конты, ты здесь как новый клиент, вводишь свои данные, просто конту регистрирован и делаешь заказ. Сейчас я введу сюда свои данные и продолжим уже после того, как я айнлогиваюсь. Итак, я айнлогивался сейчас свой аккаунт и продолжаю делать заказ. Смотри, тут стоит Versand kostenfrei ab 20 euro. То есть больше чем 20 евро, если ты заказываешь, тебе бесплатная доставка. Дацу тебе дают еще от 1 до 3 бесплатных пробников. Проб
на различные парфюмы, и у тебя есть 180 дней рюгабрешт на возврат товара, естественно, если он оригинально упакован и не использован. Гудшайн мы уже ввели, как ты видел до этого. Вот у нас наша скидка в 22 евро 58 центов. Как я уже говорил, если вдруг твой парфюм находится в какой-то акции или же в распродаже, ты можешь еще больше денег сэкономить. И теперь, собственно говоря, мы и сейчас с тобой вместе и закажем эти парфюмы мне любимому. Итак, нажимаем на Zurkass Again. Здесь ты даешь адрес свой и куда будет отправляться. Здесь стоит мой адрес. Естественно, я его высвечу, то есть заблокирую, чтобы тебя не было видно. Далее ты стоит речнукс адреса, ты выбираешь идентичен с лифер адресом или нет. Если нет, вводишь адрес, куда должен быть речнунг выслан. Но чаще всего это, естественно, один и тот же адрес, поэтому оставляем здесь я. Дальше ферзант арт. Ты выбираешь ферзант арт, который тебе больше всего удобен. Я беру обычно просто ферзичертый квалитет ферзант via DHL без всяких там Цузацкос. Отлично. И теперь мы переходим дальше zum nächsten Schritt. Нажимаем вот сюда. Теперь выбираем способ оплаты. Можно заплатить через PayPal, можно через кредитки, можно на Forecast заплатить по Forecast, можно через Support Supervising систему. Это система, когда что-то типа онлайн-бэнкинга, по сути говоря. Ты через эту систему заходишь в свой онлайн-бэнкинг-конто и переводишь деньги. Вот и все. Нахнамы можно дальше. Бицалин, Метревы или Пенни. Я не знаю. Наверное, какие-то prepaid-карты. PayDirect. Тоже новый способ оплаты. Его раньше не было. Вот. Выбираем Salings методы. Я обычно перевожу либо Support Supervisor, либо PayPal. Ну, давай сделаем PayPal. И нажимаем Zum nächsten Schritt. Здесь попадаем, естественно, на страничку PayPal, где я сейчас введу свои регистрационные данные и оплачу заказ. Естественно, данных моих ты не увидишь, я их заблокирую. Итак, погнали. После того, как ввел данные, естественно, нажимаем Einloggen. И теперь просто нажимаем Weiter и оплачиваем заказ. Далее ты попадаешь на страничку заказа. Еще раз, ты не оплатил пока заказ. Тебе нужно здесь у них подтвердить их АГБ и нажать на кнопку Kaufen. Тогда только твой заказ считается, что ты сделал вообще заказ и, соответственно, его и оплатил. Ну и сейчас мы, естественно, ставим галочку здесь согласно с их АГБ и нажимаем на Kaufen. Та-дам! Bestellung ist bei uns eingegangen. Бла-бла-бла. Дальше ты можешь потом Geld zurück гарантии анмельдоваться, Гудшайн можешь выбрать. И все в таком духе. Вот и все. Теперь осталось подождать. Они относительно быстро высылают парфюм, и чаще всего уже через день-два парфюм приходит. Вот и все. Вот так очень можно дешево, очень выгодно, очень просто и быстро заказывать оригинальные, настоящие парфюмы до 70-75% со скидкой до 70-75%. Очень крутой сайт, рекомендую, особенно когда не знаешь, что подарить. Классный подарок. Parfum Dreams, парфюм Wunderbar работает. Еще, кстати, один хак, как ты можешь найти Gutschein. То есть, если мы здесь с тобой искали до этого, набирали просто в гугле название магазина Parfum Dreams
и GoodShine и смотрели вот нам, например, My Deals сайт, да, с GoodShine'ами, вот он, с кодами всякими, да, то же самое можно сделать, например, через eBay. В eBay часто продают гудшайны различные, и мы можем здесь, например, также Parfum Dreams гудшайн вводим в поисковой строке eBay. И вуаля! Вот, например, два гудшайна по 15%, да, действует до конца этого года. Ойра 49 стоит всего. Один гудшайн за ойра можно купить, да. 15% гудшайн, 15%, 15%. В основном сейчас, на данный момент, продается по 15% гудшайн можно за ойра. Начиная от одного ойра можно купить. Вот, GoodShine. То есть, второй вариант такой. Здесь меньше заморачиваться. То есть, если, например, ты будешь искать GoodShine на этот сайт, онлайн-шоп, да, Parfum Dreams или на другой какой-то шоп, через вот такие порталы, как MyDeals, давай еще раз на него зайдем. Ты видел, да, что первый GoodShine, например, 25%, который я взял, он не сработал. И такое бывает очень часто, что GoodShine, которые здесь у нас стоят на таких вот порталах типа MyDeals, бывает очень часто так, что они не работают, к сожалению. Поэтому нужно немножко потратить времени, чтобы найти работающий гудшайн. Или же, если ты хочешь экономить время и деньги, тогда ты идешь просто на eBay, набираешь название магазина, набираешь слово гудшайн. В нашем примере это Parfum Dreams гудшайн. Покупаешь себе гудшайн от 1 ойра 49, от ойра вот даже можно купить, да, и все, гудшайн тебе приходит, как правило, по имейлу, код сам по себе, и дальше ты идешь в магазин просто и заказываешь, потом покупаешь то, что тебе надо. Теперь осталось подождать, как я уже сказал, когда придет парфюм, дальше я потом сниму, как он приходит. Единственное, я забыл при заказе попросить пробники. Я часто делаю так, что, например, во время заказа я прошу конкретные пробники конкретных парфюмов. Сейчас я забыл это сделать, но тебе такой небольшой совет. Если будешь заказывать на Parfum Dreams парфюм, там будет в процессе заказа где-то окошко комментарий добавить или бемеркунг добавить к заказу. И там обычно я пишу такое что-то типа The Gerd Damenhoeren Bitte schicken Sie mir Parfüm Proben von dies und das, да, определенные парфюм марки, falls es keine Umstände für Sie macht und es möglich für euch ist. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, vielen Dank im Voraus, schöne Grüße, bla bla bla. И все, вот такое нет такую просьбу, да, очень вежливую, очень милую просьбу пишите, и очень часто бывает, что они именно высылают именно те пробники, которые вы и просили. Я что-то сейчас затупил, но ничего страшного. Итак, на этом я заканчиваю эту часть видео, и затем мы с вами увидимся, когда придет парфюм, и я уже сниму такую распаковку этого парфюма и покажу, как оно приходит, как оно запаковано, и т.д. и т.п. Итак, нам нужно подождать всего 1-2 дня, прежде чем придет парфюм, и затем я продолжу это видео уже вживую, то есть я покажу тебе, как приходит коробка, как она выглядит, как ее распаковываю, что там внутри лежит. Да, поэтому до скорого! Итак, вот она, долгожданная коробочка с Parfum Dreams. Вот так вот она выглядит. Реклама, все хорошо упаковано, очень надежно. Вот, и сейчас я, собственно говоря, открою эту коробку и покажу, как оно выглядит внутри, как они упаковали это все. Вот, чтобы ты посмотрел, увидел, как это вообще все выглядит, как это все происходит. Коробка пришла очень быстро, в общем,
Как обычно, в принципе, хороший сервис, быстрый ферзант, все супер. Итак, давай откроем коробочку и посмотрим, что там внутри лежит, как это все упаковано, вот, и как это вообще все выглядит. Погнали! Итак, я распорол скотч по бокам, и вот здесь вот имя мое, естественно, ты видеть не будешь. Я его закрою. И давай теперь будем открывать коробку и посмотрим, как это все выглядит внутри. Итак, ты видишь, очень классно упаковано с защитной бумагой, чтобы ничего не поломалось, не разбилось на пути к заказчику, так сказать. Они всегда так упаковывают, хорошо, очень классно, профессионально, супер, все. Давай посмотрим теперь, что у нас там лежит внутри. Итак, парфюм мой фаворит на данный момент, которым я очень охотно пользуюсь, это Dior Sauvage. В данном случае я выбрал туалетную воду, Эд Туалет. Есть еще парфюм, вышел недавно, вот, но мне нравится больше Эд Туалет. По запаху они примерно одинаковые, парфюм только Хальтон держится больше на тебе, на теле, а туалетная вода, она оставляет за тобой такой шлейф, вкусный, хороший шлейф, чтобы люди оборачивались, люди спрашивали. Вот, это мой фаворит. И мой фаворит на борту на это лето, это Chanel Sport. В данном случае я взял всего лишь 50 миллилитров, но мне этого достаточно, потому что я буду их менять и комбинировать. Большой мне не нужен. Вот, вот два парфюма таких. И давай посмотрим теперь, что нам тут положили еще. У нас лежит тут пробник Aftershave Repair Fluid какой-то. Непонятный, не знаю. Дальше у нас лежит 15% Good Shine на Крист, ювелирный магазин онлайн. Называется пакет By Lagenwerbung. Кстати, если у тебя есть какой-то бизнес, ты тоже можешь вместе с посылками делать вот такие штуки. Есть специальные фирмы Dienstleister, которые организуют это дело все. Можешь погуглить. Называется пакет By Lagenwerbung. Дальше Мистер Спекс 15%, тоже скидка. Дальше, что у нас тут еще? У нас эксклюзив фюрси. Это у нас гудшайн хефт. Это у нас гудшайн хефт, в которой, как я и думал, есть также и гудшайн на Parfum Dreams. 11% скидка. Запомни этот гудшайн код и можешь им пользоваться. Действителен он до 15.10.2018 года. 11% скидка. Также тут есть другие гудшайны на другие магазины всякие. В общем, гудшайн хефт они положили еще. И вот, давай я сейчас переверну коробку, ты увидишь. Да, вот так здесь лежат пробники. Что у нас тут? Montblanc Legend Spirit. Montblanc Legend. И Coach Нью-Йорк. Не знаю, что это такое за запах. Надо будет понюхать. И вот таких три пробничка они прислали еще ДЦУ. Вот так это все выглядит. Кстати, при заказе можешь, я забыл сделать в этот раз, но ты можешь при заказе, там будет где-то комментарфельд, и при заказе ты можешь просить определенные какие-то пробники, и иногда они высылают тебе то, что ты просишь. Вот. В общем, вот что мы получили. Вместе с посылкой вот так выглядит это дело все.
Так что, если тебе это все дело понравилось, если ты сейчас находишься в поисках подарка какого-то, парфюм это всегда классный подарок, ты можешь даже подарить не парфюм, а просто good shine на парфюм Dreams, и тем самым дашь человеку, которому ты хочешь что-то подарить, возможность выбрать себе запах самому, то есть выбрать парфюм самому. Вот. А надеюсь, это видео было тебе полезным и интересным. Если да, не забывай ставить лайк и делиться этим видео со своими друзьями. Parfumdreams.de — мой фаворит, магазин number one, где я всегда себе покупаю парфюм и туалетную воду. И тебе настоятельно рекомендую. Ссылочку, прямую ссылочку на магазин ты найдешь прямо под этим видео в инфобоксе. Ну, а я с тобой прощаюсь и до новых встреч. Пока.